Ходит, кидает кучу донатов и Я потом не знаю, исчезает. я вообще хз, почему это так происходит. Уже не раз такое происходит. Да, меня это kinda пугает. Аляска тоже пришла, закинула 15к, пропала. Не, Аляска была на прошлом стриме аукционе. А, да? Да, она накидала, но в этот раз что-то 1500, наверное. Или две, но она кидала. Ясненько. Я еще хихикала с того, что она смотрит то же самое, что Вадим. А, ты еще думал, что Аляска это и есть Вадим, да? Ну да, не, ну я в шутку это сказала. Она слышно сейчас с тобой на Да, стриме? нас Да, слышно, слышно? да. Ой, чатик, всем привет! Не, какое гадание? Мы с Чикаритусиком будем играть. Да, чатик, я сегодня с вами. Вот. Я, Всем короче, привет! захотела карточек себе купить. И Каких? я заказал, ну, геншевских. Заказал себе на Алиэкспрессе что-то там за 1800. А я что-то тупая, не надо было их брать, потому что курс сейчас повышен. Да, я потом смотрю, у нас в Москве на Авито за 1200. Я прям так приуныла. Вот сейчас жду, когда мне приедут карточки с Ковехом, где много интересного попадается. И другой набор Это премиум с Аль-Хайтамом. который набор, где попадаются сумеровские персонажи? Да. А, поняла. Эдвард Кулин, конечно, ты мой представитель. Конечно же, ты мой представитель. А что это за игра? Это создатели Расти Лейка. Короче, один из нас будет в прошлом, другой в будущем, на одних и тех же локациях. Блять, Бодя. И нам нужно будет путем коммуникации решать вместе загадки и в конце раскрыть план какого-то чувака. Вот, там он какой-то ученый, вот из этой вселенной Расти Лейка. Вот. Но я мало с ней знакома, я только стримы Куплинова по ней смотрела. Криснюкс, мой любимый мальчик, мой любимый пупсик, привет! О, срочно выгнала Кстати, картофель из комнаты. твоя манга уже в Рязани, ну, которую я тебе отправила, вот она скоро придет к тебе. Что ты мне что-то отправила? Не тебе, я Криснюкса отправила. А. Да, Криснюкс, именно та самая из ФНАФа. Да, ты не ошибся. Кстати, когда Эля, в общем, подрубит, ну, игру саму, мне придется с вами попрощаться, потому что в этой игре, ну, никто не должен А в подсматривать. смысле, мы не будем в Дискорде? Нет, мы будем слышать друг друга, но я типа, ты у меня никак не можешь посмотреть, что у меня происходит. А я у тебя могу, ну, если я буду смотреть, сидеть на стриме, но я выйду со стрима. Вот, я, может, только вот чат отдельно включу и все. Вот, потому что никто не должен видеть, что друг у друга происходит. Все, я понял. Кстати, уже заходила в игру? Нет. Нет? Там такая прям музыка, как для гадания, расслабляющая. Ну, сейчас зайду, послушаем. Че, я жду, пока все соберутся. Привет, Кадаш, привет, Делия Сан, привет, Чаруши, привет, Эдвард Бейверик, я надеюсь, я правильно ники читаю. Кого я тут еще знаю? Привет, охуевший Бьякуя, привет, Гнимик. Привет, Тян из Воронежа. Все. привет, Байтс, привет, Человек-человек. А у меня, кстати, есть в планах, да,
Бармалесе. У меня есть в планах, ну, в будущем начать стримить. Ну, вот просто что-то пока никак не выходит. Привет, Шарайк. Эдвард Пуль, ну хватит меня стебать! Хватит меня стебать! Ну ты и писька, Эдвард Кулин. Здоровайся со всеми. Хочется мне поздороваться. А мне, кстати, интересно, есть тут в чате на стриме, ну, те, кто вообще, ну, не знает, кто, ну, типа, я такая, и считает, что, ну, Элли стримит с каким-то ноунеймом? Да не знаю, мне кажется, весь чат тебя знает. Привет, Форен. Ты же Чикаритусик. Форенсер вчера стал модером. Стала, господи. Поздравляю с модерством. Нет, Эдвард Кулин, я не знаменитость. Нет, Бьяку, я не легенда. Хоть меня легенда называть. Что-то мне так захотелось понапокупать зинов. Всяких. Зина, у меня не хватает. А, это вот твой последний пост. Да, чат, если вы вдруг продаете какие-то зины, дайте знать. Если меня этот фандом интересует, я бы купила. Блин, а там кто-то скинул зин по бродячим псам. Вот, я теперь жду его. Вот, я подписалась на зин по Яконемам. Опа-на. Я, короче, какие зины жду, я, во-первых... Подожди, Яконема это кто? А, бля, все, я вспомнила, кто такие Яконема. Я, короче, жду зин по UTD, по Камахинам, по Стардью я уже купила зин. Я жду Ханкай Меми, зин, Банни Сьют зин с мужиками. Зин по Амори, зин по Метал Гиру и Кабана Зин еще вчера нашла, где типа мужики из Геншина, которые кабанчики. Боже, кабанчики. И подписалась на группу, где выкладывают новости про зины. А ты вот эти все зины нашла в комментариях под тем постом? Нет, некоторые сама искала. Блин, а можешь мне скинуть по Яконема зин? А, это сейчас я в Телеграме на них подписалась. Я такая хейтерка на Зоре. Все. Бан тебе на 100 тысяч лет. Эль. Я, кстати, видела какую-то прикольную хоррор-игру, которую в ТикТоке сейчас крутят. Fear and Hunger, что ли? Не слышала про нее? Что-то знакомое. Что-то очень знакомое. Что такое зины? Это сборник артов по определенной тематике от разных художников. Это самиздат. Тарелка заработала, ну, вот себе сейчас... баны на всю жизнь. Да, пиздец. Но меня в группе Guilty Parade не забанили, поэтому могу жить и радоваться жизни. Экстры, блядь. Игра. Вот зачем они выпускают столько экст для Бусти? Я тоже не понимаю, зачем. Тем более там какая-то экстра вышла, и она там, ну, как бы, очень важная в плане сюжета. И... Да, они очень сюжетные. Типа вот экстру, которую они будут выпустили, какую-то экстру для всех, там она что-то называется «Забытый день», и там просто про то, как Вольфганг потерял дневник, и все по всему кампусу его искали. Зачем это? Короче, да, трэш. А что загуглила? Fear and Hunger. Внимание, игра может содержать контент, не подходящий для всех возрастов или для просмотра на работе. Ну, не просматривай на работе. У нас сейчас работа. Так, давай я запускаю игру. Я тоже запускаю.
Все, чатик, я с вами про... А, блядь, я... нет, я не прощаюсь. Я могу смотреть чат. Блядь, как она громкая. Как её сделать потише? Она громкая в меню. Да-да-да. А, все. Ой, сейчас сядусь поудобнее. Инструкции. Играть по связи можно только вдвоем. И обоим игрокам нужно иметь копию игру. Играть не с кем. Так, пропускаем. Каждый из вас может сыграть на предпочитаемой платформе. Ты на ПК или на телефончике? Я на ПК. В решении головоломок вам нужно иметь возможность общаться с друг другом с помощью чата или голоса. Вы находитесь в одном месте, постарайтесь не подглядывать в экраны друг друга. Но если застряете, можете все-таки подглядеть. Ну, ладно. Это, знаете, типа, пожалуйста, не подглядывайте в экраны по возможности. Ну, еще я могу у тебя всегда подглядеть. Добро пожаловать на Ржавое озеро. Место, где воспоминания заключены в маленьких кубах. Теперь, наоборот, очень тихая игра стала. Вы здесь находитесь вместе. У вас обоих есть выбор между прошлым и будущим. Не выбирайте одно и то же время. Так, ты какое хочешь, прошлое или будущее? Ну смотри, я зумер, я беру будущее. А, я бумер, по-твоему, блядь. Ну ладно, я все равно хотела взять прошлое. Вы выбрали прошлое, второй игрок выбрал будущее. Ты уже выбрала? Да, выбрала. Да. Вы слышите человека из будущего? У меня вы доверяете человеку из прошлого? Да. Но я тебе доверяю, да. Выберите бабочку или пчелу. Человек из будущего должен выбрать то же самое. Давай пчелу, да, мы уважаем пчелок. Давай. Да. Мы жалим, блядь, как в пословице там говорится. Вы выбрали пчелу. Мы жалим, как пчелы. Пчелы. Вы выбрали пчелу. Человек из будущего сделал такой же выбор? Да. Да. Не сомневаюсь, что вы готовы начать. Готов ли человек из будущего? Да. Готова. У нас останутся воспоминания об этом. А, туда же никак подключаться не надо будет. Я думала, как надо будет через Тим там пригласить друга, хуё-моё. Нет. Прошлая глава 1. У меня будущее глава 1. Ё-моё. Так, у меня письмо. Ржавое озеро, январь 1926 года. Моя дорогая дочь Роза. Если это письмо у тебя, значит, меня больше нет в этом мире. Но надежда остается. Последние пару месяцев я работал над устройством для установления контакта с благонадежным человеком из будущего. Имей в виду, что этот человек может влиять на комнату, в которой ты находишься. Пожалуйста, открой эту коробку и жди дальнейших инструкций. Твой любящий отец Альберт. А у меня вообще все 3D-шное. У меня какой-то компьютер. Я его открыла, и тут инструкция. Добро пожаловать в кубическое пространство 018F. Здесь содержатся воспоминания с комнаты человека из прошлого. Нажмите Enter для продолжения. Нажмите Enter для продолжения. Вы устанавливаете связь с человеком из прошлого. Внимание, любое действие влияет на комнату внутри устройства. Для подтверждения доступа введите код воспоминания. Так, где мне взять этот код? Ну да, ты мне должна сказать. А сколько код. У тебя цифр? 4. Может, 1926 ввести? Сейчас, 1920. У тебя тоже все 3D-шное? Нет, у меня просто стол с письмом и какой-то коробкой. А у меня вообще все трехмерное. Мне нужно открыть коробку, видимо, уже весь. Что? О, доступ разрешен. Передайте человеку в прошлом следующую информацию. Так, у тебя есть какой-нибудь куб 3x3? Да. А, смотри, если по цифрам один зажигай, ну, левый угу. Самый верхний. Да, давай. 1, 3, 5. Ага. 7. Ага. И 9. О, я нашла спички. О! Ебать, вы умные. Так. Хорошо коммуницируем. Нажмите на стрелку или пролистайте вниз для отдаления. У меня теперь комната, короче. У меня, короче, какой-то компьютер. Я могу прямо вокруг него вращаться. Ща, я зажгу спичками. У меня тут какие-то... Бля, что мне делать? Альберт Вандербум. У меня, в общем, короче, только, видимо, прошли похороны. И у меня труп мужика. Угу. Ебать, он страшный. Ой.
Блять, а что делать мне? Я ржуха в зеркале, короче. Понимаю. Сейчас, мне нужно... Я вот пытаюсь у себя все свечи зажечь. Подтвердите, что человек из прошлого открыл коробку. Ты открыла коробку? Да, да. Угу. Бля, у меня все залагало. Бля, Чикарита! Ну, перезайдешь. У меня пошел скример. О, у меня спички выпили. Так, дом. Я пока просто картину осматриваю. Пчела. Так, у меня спичка. Блять, у меня пчела съебалась с картины. Так, и куда мне переключатель? О, я нашла. Так, у меня какие-то тут шахматы. Кастрюльку я какую-то нашла. У меня появились какие-то картины. У тебя есть какие-то картины в комнате? Да. Сейчас, я пытаюсь свечи расставить. Какие картины у меня в комнате? Ну, не знаю, я их могу переключать между собой. У меня тут, типа, дерево, ворона. Ну, вот у меня картина дом, пчела, ворона и Альберт с розой. А можешь расположение назвать? Ну, назвать их? Сначала... Ну, они, да, сначала дом, потом пчела, внизу ворона и люди. Сейчас. И люди. Ага. У меня все замигало. А, теперь у меня появились какие-то символы. Так, давай говори, что за символы? 4, да? Да, 4. Чел, у меня донат. Добрый вечер. Хорошей вам игры. Спасибо большое, Тошенька. Тебе тоже хорошие игры. Спасибо. Так, давай, что у тебя за символы? Перевернутый крест. Ага, дальше. Не знаю, кружочек с крестиком внутри. Кружочек с крестиком. Ага, дальше. Дальше палочка с кружочком внизу. Дальше. И окно. Так, я нашла уголь. Спасибо. Адвокат! Зачем тебе уголь? Не знаю, в печку засунуть. Внесу копеечку. Бля, у меня тут мышь бежит. Приятной игры. Очень интересно, нет, что нас ждет меньше, чем 3. Теперь что мне... Привет, Кадаш, спасибо большое за донат на Вилвизин. О, у меня что-то... Семейный доступ разрешен. Сообщите символы. Внимание, комната в устройстве может перегреться. Используйте 3 слайдера для настройки разрядки. Давай, смотри, 3 слайдера. Самый верхний и самый левый у тебя должен быть слайдер. Угу. А второй, наоборот, самый справа. Угу. Okay. А нижний, а второй слева. Угу. О, бля, у меня все перегрелось. В смысле, я же тебе все правильно сказала. У меня все дымит. Нормально, у меня тоже все дымит, все хорошо, так и должно быть, наверное. Ты мне подожгла мой прибор. Чего я тебе не подожгла? Ну, я сказала, что вы друг другу идеально подходите. Разрядка дымогаза настроена, активируйте систему вентиляции. Спасибо, Эдвард Кулин, за донат, спасибо. Так, система вентиляции. У меня появилось время. А, давай сейчас скажи. Что за время? Сколько? 13:15. Я активировала вентиляцию у себя. У меня появилась фотография. А, нет, это диафильм. И ключ. О, блядь, у меня на картине за мной появилась ворона. Не на картине, а в зеркале. Вау. Класс. Бля, куда мне тут ключ вставить? Ну, я не знаю. Блядь. Может, сюда? Блядь, у тебя тут все улетает. Блядь, что у тебя там происходит? Ну, у меня ветер дует жестко вообще. А может, сюда ключ? У меня картина упала. Дорогая Роза, носи маску. Мне тоже дали ключ. А у меня появилась линза от фотоаппарата, знаешь, такая? Какими-то ползунками. Так, я нашла маску. Я надела маску. И у меня все стало... У меня снег. О, подожди, новое сообщение. Вентиляция активирована. Сообщите время. Ну, я сообщила. Разблокируйте линзу. Я разблокировала. Используйте 3 переключателя линз и загляните в комнату человека из прошлого. А, значит, мне надо как-то к тебе заглянуть.
Ну, загляни. А как я тебе, блядь, загляну? А ты мне не... должна сообщить. У тебя никакой Смотри. Двери нет? Смотри, у меня есть объектив фотоаппарата, и вот ты же его крутишь, когда настраиваешь фокус. Да. Вот у меня для настройки фокуса, ну, походу, есть три каких-то ползунка, и то есть из этих трех ползунков мне нужно настроить правильное положение, чтобы посмотреть на тебя в прошлое. А как ты они... должна сказать, как они в каком выглядят? Положении они находятся. Не знаю, тут стрелочка с крестиком, стрелочка, показывающая наверх, и стрелочка с кружочком на конце. А, смотри, слева должна быть стрелочка с крестиком. Угу. Внизу кружочек. Ой, как. Угу. А справа, ну, плюсик. Ой. А почему они у меня... Так, еще раз, слева. Стрелочка. Угу. Внизу кружочек. Угу. И справа плюсик. О! Мне открылись какие-то витражи. Вот, да-да, это вот дверь как раз. Это... пятнашки или что? Нет, что у тебя за витражи? Где они вообще? Ну, у меня слева какой-то витраж с оленем и глазом, а справа тут какие-то черно-белые, какие-то цветные. Так, какие у тебя цветные? Наверное, надо цветные нажать. У меня цветная бабочка. Угу. Маска. А, нет. Нож. Так. Ну-ка... Ну, блин, подожди. Так, все, открыть. Не, подожди, я нажала, у меня поменялись. Мне нужно новое положение для твоей камеры сказать. Это будет сложно. А у меня ничего не поменялось вообще. А у меня вот сейчас будет положение для твоей камеры. Сейчас донат пройдет. А, ну давай. Давай. Адвокат! Донат ради добра. Спасибо большое, фанат Бьяку и Таракана. Спасибо большое. Так, смотри. А у тебя поделено, да, на сегменты вот эта камера? Да, Чикарит? Чикарит? Чикарита! Ёб твою мать, куда она пропала? Ну, пиздец! Что? А Чикарит, ты куда исчезла? Я здесь. Ну, ты меня не слышала. Короче, у тебя вот этот объектив фотоаппарата, он же поделен на сегменты, да? Ну да, да. Ну, смотри. Короче. Наверху, справа, первый сегмент. Там должен... Может, по часам будешь говорить? Хорошо. На час дня у тебя плюсик. Угу. На 10 вечера стрелочка. Бля, 10 вечера. Угу. И на 7 у тебя кружочек. Ага. О, у меня поменялись. Давай, говори, какие черно-белые. А черно-белые бабочка. Угу. И нож. Так, дальше с объективом. Давай. 11 вечера стрелочка. Угу. 8 вечера кружочек. Ага. И 4 плюсик. Да что играем? Цель игры понятия не имею. А что играем, подписано. Ты хороший мальчик. Ты хороший мальчик. Опять поменялось. Сейчас, подожди. Приветик. Удачного стрима. Приветик, Ники. Спасибо тебе большое за донат. Спасибо. Так, что у тебя черно-белое? Бабочка. Угу. Гора. Угу. Куб. Угу. И нож. О, у меня дверь открылась. А у меня ничего. Может, у меня что-то в инструкции поменялось. О, зрительный контакт с человеком в прошлом установлен. Задействуйте 6 переключателей, ставьте... О, блядь, я вижу твой глаз! Привет. Так, 6 переключателей. Что за 6 переключателей? Так, у меня тут какие-то штуки. Сейчас, подожди, я разберусь со свечами. Угу. Так, я нашла ключ. У меня тут каких-то 6 переключателей. Ты, наверное, должна сказать их положение.
Так. Вверх, низ, вверх. Угу. Низ, низ, низ. Угу. О. Желтая дискета у меня вышла. Так, куда ее? Наверное, ее сюда. Так, сюда мне надо вставить ухо. Че оно не вставляется? Так, я вставила дискету. Что мне делать дальше? Будешь проходить от лица будущего? Ой, нет, наверное. Алло. Алло. Что мне делать дальше? Ставьте дискету. Ну, блядь, я ставила дискету. А! Ну что у тебя появилось? Загрузка программы извлечения. Что такое? И тут проценты. Да, хочешь доесть чебупели? Блядь, у меня опять скримак. Все, У меня появились какие-то буквы. Так. Английские? Вот, английские, да. Так. Ну, говори. А. А дальше? Берт. А, Берт? Ну, А и Берт, да. Ну, Б, Е, Р, Т. Я пытаюсь понять, куда мне использовать эти буквы. А, давай. А и Берт. НД. Ага. Б. Ага. ОМ. И чё? Так, давай еще раз. А. А. Б, Е. Б, Е, Р, Т. Ага. Н. Угу. Д. Угу. Б. Угу. О, М. Ну? Так, сейчас, подожди, сейчас все по новой. Бля, чё, не то, походу. Все, я открыла гроб. Ага. Я нашла начос. Контрольный вопрос после вскрытия гроба. Что ближе всего сердцу Альберта Вандербума? Фотографии, там написано «Идав». Английскими «Идав». Буквами. Угу, сейчас. И... «Идав». Угу. Человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции. Кость, плоть и кровь. Выберите инструкцию. Так, сейчас, подожди. А. Мне нужно с начес разобраться. Какой начес? Съешь его. Так, открытие люка. Блять, я слишком много всякой хуйни нашла. Так. Идите к люку, сообщите последовательность зубов человеку из прошлого, добудьте кость. Так, какие нахуй зубы? Какие зубы? О, у меня что-то открылось. Блин, короче, ты должна где-то нажать какой-то пятый квадратик. Пятый где, в смысле? Не знаю, у меня тут какая-то панелька, и сверху 10 квадратиков, и снизу 10 квадратиков. У меня горит пятый квадратик. Сейчас, подожди, я почему-то смотрю на зубы своего бати. Блять, так, зубы, короче. Чё, какие зубы открывать? Блять, что зубы открывать? Ладно, пятый зуб. Так, а дальше? Ну, ты нажала? На пятый зуб сверху или снизу? Сверху. Так, нажала. Ну, что у тебя? Не знаю, у меня шатается зуб второй снизу. О, у меня, так, третий слева зуб. А, наверху. Нажми. Так, у меня сейчас шестой слева.
Бля, раз, два, три, четыре, пять. Снизу или сверху? Снизу. Бля, неправильно. Неправильно. Так, еще раз давай. Давай еще раз. У тебя тоже все сбросилось? Нет. Нет, у меня все сбросилось. Так, вот этот. Так, пятый зуб. У тебя сейчас должен быть второй слева. Да, нажала. Так, что дальше? У тебя третий слева. Нажала. У тебя шестой слева. Вот с края начинать? А, блядь. Я извиняюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я перепутала право и лево. Так, хорошо. Продолжаем. Да, у тебя третий сверху справа. У тебя сейчас сверху первый справа. Блять, сверху первый справа, да? Угу. А, четвертый слева снизу. Снизу третий справа. Снизу третий справа. Так. Четыре, пять, шесть. А, шестой зуб справа. Наверху или внизу? Наверху. У меня все обнулилось. Блядь. Что делать? Ну пошли по новой. Так, второй зуб слева внизу. Угу. Корит. А, бля, у меня ничего не обнулилось. Я думаю, что помню порядок. А, ну если у тебя ничего не обнулилось, значит, это, наверное, только у меня должно. Не-не-не, подожди, я могу специально нажать, наверное. Да, у меня тоже все обнулилось. Все, давай заново, все по новой. Второй зуб слева внизу. Третий зуб справа сверху. Слева, слева, слева. Так. Шестой зуб слева внизу. Так, третий зуб справа сверху. Первый зуб справа сверху. Первый зуб справа сверху? Угу. А, раз, два, три. Зуб слева. Ты пропала еще раз. Чикарита! Чикарита! У нас проблемы со связью в будущем. Я здесь. Так, какой? Да. Четвертый зуб слева снизу. Четвертый зуб слева внизу. Угу. Нижний ряд. Справа третий зуб. Угу. Верхний ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой зуб. Откуда? Ну вот слева начинай считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Всё, нажала, я спиздила зуб. У тебя сейчас самый нижний ряд, самый левый. У меня все закрылось. И получено достижение. Ну все, с зубами мы разобрались. Слава Христу. А, так... Идите к люку, сообщите о последствии зубов. Так, у меня инструкция вся та же. Человек из прошлого добыл кость? Кость это зуб? Наверное. Ну, наверное, добыл, да. Допустим, добыл. Угу. Так, дальше плоть. Плоть. У меня ухо есть. Есть ухо? Ну, у меня, да. А, нет, даже это дневник, а не ухо. Человек из прошлого должен зажечь свечи и положить дневник. Сообщить информацию из диафильмов. Добудьте плоть. Блять, а куда мне положить-то дневник ебучий? Куда мне вставить, блядь, где... О, так, у меня что-то открылось. Короче, у меня появилась куча фотографий, и они между собой переключаются.
Так, это очень здорово. А что мне делать с дневником? Как мне его открыть? Что у тебя? У меня, ну, все по-старому. У меня дневник какой-то. И типа я понятия не имею, как его открыть. А, все, я нашла. Я поняла, как. Так, как-то в детстве на меня напали пчелы. Брат и сестра смеялись надо мной. 4 картинки. А, а там у тебя есть слева 4 квадратика? Да, пустые. Я, наверное, должна по описанию понять, о какой фотографии идет речь. Ну вот, в детстве на меня напали пчелы. Брат и сестра смеялись надо мной. А, второй квадрат снизу. Справа. Второй квадрат снизу справа. Мне это ничего не говорит, у меня пустые квадраты. А, мне, наверное, надо галочку поставить. Или нет? Так, второй квадрат снизу справа, да? Ну, да. Ну, короче, говори просто 1, 2, 3, 4. Так, следующая страница. Угу. Ида, она разбила мне сердце. Чат, 2. Не надо мне подсказывать, пока я не попрошу. Так, следующее. Рождение моей дочери Розы было величайшим достижением моей жизни. Он видел тут чувака с ребенком. 3. Я работал над кубическим устройством, чтобы установить контакт с будущим. 4. Я знаю, что когда я проиграю партию шахматы, то моя первая жизнь закончится. 1. Моя темная душа будет продолжать жить в будущем, ожидая воскрешения. 2. Жесть, какой дарковый мужик. Dead inside. Все, я все сделала. И я достала скальпель. О, пойду резать батю. Ты ему что-то отрежешь? Да, я сейчас ему нос порежу, походу. Или усы. Но если тут нарисовано... А, я ему ухо отрежу, да. Ухо. Я отрезала бате ухо. Класс! Я такая хорошая дочь, я в ахуе. Блять, нахуя мы все это делаем? Зубы, ухо, блять, зачем? И теперь нам нужно добыть кровь из его носа. А, подожди, стой. Человек из прошлого добыл плоть? Да. Добыла, все. Теперь инструкция крови у меня. Так. Идите к люку, передайте информацию игроку из прошлого и найдите тайник. Добудьте кровь. Ну вот у меня тут, где вкладка кровь, короче, написаны буквы и цифры. 6 штук. А, у меня что-то открылось, подожди. У меня тут какие-то цифры X, Y, Z. Так, 1, ну 2, вот 3. Смотри, у меня идет 2Y3. 2Y3. Z1X. Z1X. О. Послание в глазу ворона. Блять, господи, я просто твой глаз посмотрела. Послание в глазу ворона. А, Y3X. Сейчас. А, Y3X. 1Z2. 1Z2. Блин, мы даже не тупим с тобой, я в ахере. Это удивительно. Так, чё, куда дальше? Послание в вашем отражении. Блять, не хочу туда смотреть. 3-1-2. 3-1-2. Z-Y-X. Угу. А, ой, блять, что это? Девочка, не перепугай меня. Что там? Типа, были до этого буквы, а тут целая схема, блять. Короче, ты должна... У тебя есть какая-то сторона комнаты, где горит огонь, стоит стол со стулом, да. Это тумбочка. Да, у меня вот, есть послание, это. Послание в этой тумбочке. Или что это, не знаю, комод. Так, подожди. Сейчас, секундочку.
Ну чё, чат, как, нормально справляемся? Сейчас, подожди, в группу, на которую я подписана, где выкладывают дешевые фигурки, надо... Сейчас я быстренько попалю, что там. Я... Не, все хорошо, я понимаю, я понимаю. Блять, как они так моментально спиздили Каору, я не понимаю. Накису? Да. Так, еще раз. Короче, у меня там что есть? Стол, стул. И вот с самого права стоит, я не знаю, комод, тумбочка это, что это? А, нашла. X, Z, Y. X, Z, Y. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Так, мне надо в носу бате ложкой поковыряться, нет? Съешьте... Съешьте горячий суп и найдите подарок. Так, горячий суп. У тебя есть суп? У меня есть кастрюля. Так, а как мне горячий суп съесть тогда? Ну, может, его там может где-то подогреть? Так не, он уже горячий, я его разогрела. А, ну ты же, у тебя, говорю, у тебя ложка есть. А, может, мне прям ложкой надо зачерпнуть оттуда? Нет, я не могу его обратно поставить. Ну не, я ложку не могу завязать на суп. Понятно, мы застряли на супе. Ясно. А, может мне батю накормить супом? Ну, корми. Он мертвый? Ну, блядь, да. Да корми мертвого батю супом. Ну, блядь, у батя не хочет такие кушать. Игры всегда ебанутые, пиздец. Ой. Ну, такие интересные. Может, надо к зеркалу подойти? Типа... А, я все, я поняла. У меня тарелка ж была. Все, я нашла камушек. Что за камушек? Ну, я достану... сейчас возьму у бати анализа. Все нормально. Так, а все, мне больше... Ну, нету больше никаких буквок и цифрок, да? Так, я расковыряла бати нос. Сейчас возьмешь оттуда у него кровь, да? Да. Бля, пиздец. Да, ребенок года. Так. Это была кровь? О, да. Жабое озеро. Январь 1926. Моя дорогая дочь Роза, когда ты прочитаешь это письмо, ты уже активируешь устройство, над которым я работал. Если использовать его правильно, оно поможет одному человеку в 1984. Твоя задача — переместить кровь, кость, плоть и кровь в будущее, чтобы начать процесс воскрешения. Твой любящий отец Альберт. Так. У меня новое сообщение. Подтвердите, что человек из прошлого собрал 3 субстанции. Введите код будущего. У меня опять 4 цифры. Ну, 1984. Так, 84. В смысле, батю жалко? Мы его воскрешать вообще-то будем. Бля, у меня скример какой-то пошел. Бля, почему у тебя одни скримеры, нахуй? Не знаю, будущее страшное. Пиздец. Так, у меня что-то вылезло. Кассета. Так, ставьте время, откройте шахматную доску, вам партию шахматы. О, шахматы поиграем, заебись. Так, а какое время? Так, а куда мне вставить кассету? Бля, куда мне вставить кассету? А, понял. А, у меня появилось время. Бля, у меня... Сколько? У меня пошел жесткий... У меня пошел жесткий харбас. Сколько времени? Так, время 14:35. О, у меня тоже пошел харбас. Блин, класс. А, так. О, у меня отвертка упала. У меня ключик. Так. О, шахматы. Так, я поняла, что надо... Так, а мне надо что-то развинтить.
Завинтила? Ой, Эдвард Кулин, спасибо за подарочную подписку. Ой, Эдвард Кулин, как обычно. Так. У меня шахматная доска, и тут цифры от 1 до 6, и буквы от А до F. Ну, да. Чё, куда? Угу. Не знаю, у тебя стоят фигуры какие-то на шахматной доске? Ну, блядь, хотя, блядь, это шашки, какие шахматы? У меня, короче, белая фигура с F1 ушла на F6. Ой. Так, F1 на F6. Не знаю, я ставлю фигуру на F6, у меня не получается ничего. Короче, смотри, черная у меня стоит на 1А. У меня тоже. А белая на A6. A6? Угу. Сейчас поставлю. О, у меня переместилась черная фигура на 5Е. Белая ушла на А3. А3. Черная ушла на Е1. Белая на F3. Белая на F3. Угу. Чё, куда черная-то? Черная на C3. Белая на D1. D1. Черная на C6. Блядь, жесть, это какие-то метаморфозы моего скоромучия или что? Белая ушла на D6. И я забрала чирик. Подожди, D6. Блядь! Опять скример. Нет, у меня все заново началось. Не знаю, у меня все закончилось. Блять, на D6. У меня стоит черная на C6 и белая на D6. Бля, у меня все заново скипнулось. Блять. Мы можем начать заново. Блять, давай. Давай, белая на A6. Белая на A6. Черная на E5. Белая на А3. Я такая тупая, блин, класс. Да все нормально. А3? Ага. А3. Е1. Ф3. Так, раз, два, три. С3. Д1. Д... Точно D, да, точно D. D1, да. Да, а C6. D6. И D6, да. Да, все? Блин, все, да. Так, у меня вылезла какая-то красная дискета. Ну, иди смотри. Так. Блин, уйди отсюда нахуй. Опять крыса прибежала ломать мне мой комп. Так. Наверное, надо вытащить старую. Ставить новую. Так, пока что все логично. Загрузка программы, скачка напряжения. Блять, опять какой-то скример. Блять, надо было мне брать будущее, походу, там веселуха. Человек из прошлого кладет монеты на глаза усопшего. Внимание, возможно повреждение души. Положила, батя стал черный. Он почернел. Блядь, ты что? Батя, ты куда пополз? Папа, ты зачем залез на трубу? Папа! Блядь, папа, что ты тут делаешь? Уже почти пора, говорит мне папа. Батя, ты куда? Ты говоришь, что у меня весело.
Мне нужна твоя помощь. Программа скачка напряжения инициирована. Направьте Патя, куда ты полез? У меня Патя! Да, прочитаю. Направьте эту энергию на создание связи между прошлым и будущим. Золотой куб. Так, у тебя есть какой-то золотой куб? Нет, у меня появились опять 6 стрелочек наверх или вниз. И для объектива хуйня. Бля, у меня все поломалось, пиздец. А, все горит. У тебя скачок напряжения? Иди, короче, регулируй эту хуйню, где 3 полоски, помнишь? А, у меня все красным горит. Ща. Да, мне все. Давай, говори. А, посередине. Угу. Самое левое. Угу. Самое правое. Угу. А у меня опять что это? Предохранитель. Угу. И куда мне его? Так, мне его. Блять, куда мне его? Блять, куда? А! Вот сюда, что ли? Блядь, нет, не сюда. Как мой батя мощнейший ищет хлеб. Куда мне сунуть этот предохранитель? А, ну-ка. Может, мне старый вытащить? Блин, подожди, я застряла. Страшно, Чикарит, я тебя не тороплю. Ну, мы никуда не торопимся, да. Блядь. А, блядь, тут новая инструкция. Готово. Настройте разрядку дыма газа. Задействуйте 6 переключателей. Ну, пошли к переключателям. У батя сгорел. Ставьте предохранитель для защиты ядра. Разблокируйте рычаг скачка напряжения. Все, иду. Спасибо, фанатка. Пьяку из донат. Так, что у тебя с переключателями? Они у меня все вверх стоят. Низ, вверх, низ. Так, низ, вверх, низ. Низ, вверх, вверх. А. Так, новый надо... А, нет, я просто вытащила. Да, походу, я просто вытащила предохранитель. Так, и мне нужно разорвать зрительный контакт как-то. Это объектив тебе надо заново настроить. Да. Как мне его настроить? Наверное, должна мне сказать, как. Ну да. Так, на 2 часа стрелку. Какую? Какой? А, стрелку. Да. Угу, стрелка. На 6 часов крест. А, раз, два, три, четыре. Угу. И на 10 часов кружочек. Блять, убивать пришли, пиздец. Лёчка, Рита! За тебя кто-то стоит. Сзади меня? Да, за тебя. Блять! Он скриманул. У меня тут только батя. Я на тебя нажала, а у меня вылезла черная тень. Это батя? Это батя, да. Блять! Он скриманул мне в лицо. Пиздец. Страшно. Ой, я опять добыл предохранитель. Так. Готово, готово, готово. Вставьте предохранитель для защиты ядра. А, сюда надо ставить. Понял. Так, раз, два, три. У меня что-то открылось. Девочки, скриманул мне в лицо. Сколько? 15-20. Так, у меня загорелся свет. Ой, блядь. У меня еще все искрится, все поломалось. Так, ты установила время 15-20? Да, у меня теперь молнии бьют в доме. Блядь, батя, ты что творишь? Нам придется использовать энергию с 1984-го, говорит батя. Человек из прошлого создал золотой куб. А, это вопрос. Человек чтобы создать золотой куб, новую связь с будущим. Нет, подожди, батя еще в процессе. Золотой куб. Ты должна его поместить в какое-то кубическое устройство. Помести куб в устройство. Батя, я знаю. Поместила. Угу, так, все, поместила.
каждому из вас нужно нажать на кнопку вниз и держать 10 секунд. Нажимайте, ну, и держите одновременно. Давай. Давай, раз. Раз, два, три. Два, три. Раз, держим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня начало удаляться. Блёдь! Блёдь, пиздец. У меня все взорвалось. Не знаю, у меня куб хуярит. У меня все вообще... У меня все почернело. О, будущее, глава 2. Блядь, тут еще несколько глав, я думал, уже все. Прошлая глава 2. Я думал, все, мы батю воскресили, как бы можно отдыхать. А, блядь, что? Блядь, у меня теперь все в 3D! А у меня в 2D. У нас все теперь на... Блядь, Эль, ты что наделала? Добро пожаловать в кубическое устройство 002C. Воскрешение. Поместите кость, плоть и кровь в устройство. Оно содержит комнату человека из будущего. Введите код подтверждения. Ты меня в прошлое переместила. Ты в курсе? А мы что, мы поменялись? Ну, у меня все теперь двухмерным стало. Ну, прикольно. А у меня теперь все трехмерное. Класс. Блин. А, блин, у меня тут каких-то два листочка. Процесс воскрешения. Бля, мы батю воскрешаем? Да. Класс. А ты думала, кого? Блядь. До меня только сейчас дошло, что мы батю воскрешаем, не знаю. Бля, он чикарит. А у тебя вещи, кстати, остались? У тебя вещи какие-нибудь есть в инвентаре? Спички только. А карандаш? Нет? Нет, у меня только спички. Так, у меня тут два листочка. Процесс воскрешения. Соединение с моим прошлым я. Есть. Запустить программу извлечения. Есть. Запустить программу скачка тыры-пыры. Есть. Нажмите и держите кнопку вниз 10 секунд. Есть. Так, что у нас не выполнено? Запитать папку. Мне нужно ввести код подтверждения, где 1, 2, 3, X, Y, Z. Во. Да, я его сейчас тебе скажу. Поместить кровь, плоть и кость, баг для воскрешения. Завершить процесс воскрешения. Сообщите следующий код для... А, все, так. Z1. Ага. X2. Ага. 3Y. Так. Сообщите код. Короче, у тебя должно быть где-то 3 на 3. Какой-то, бля, какие-то квадратики. О! Бля, у меня черный куб вылез. Вот, у тебя на нем должны быть еще 9 квадратиков. О, я могу ходить по комнате. Да. Бля, пиздец, у меня тут как... У меня тут... Ладно, я не буду это комментировать. Окей. Батя бегает? Нет. Я не знаю, как это описать. Чё ты говорила, у меня должно быть? У тебя... Квадратик? Да, у тебя должно быть 9 квадратиков где-то, на которые тебе надо нажать. Ща найду. А, нашла. Чё мне нажимать? Тебе либо надо нажать на центральный столбик весь. Не работает. Значит, нажать на столбики слева и справа. Угу. А, блять, скример. Жесть, как хорошо, что я не в будущем. Мой батя там ошалевший. У меня появился какой-то. У меня появился какой-то черный гомункул, и он плавает в каком-то бассейне. Но это батя, перерожденный. Блин, взращиваем гомункула. Смотреть бесплатно на Ютубе. Словарем его! Так, у меня здесь есть пылесос. Можно что-то подсасывать. Что у меня есть еще? Какая-то доска. А ты мне можешь шкаф? Какой-нибудь... Ты мне можешь сообщить какие-то стрелки? Это вот помнишь, могу как тебе... у тебя были черное, красное, белое? Да, время могу сказать. Так. Блядь, а куда здесь время водить? Нет, мне время, нет, время мне не надо. У меня тут часы, тут стрелки. Черное, белое, красное. А, да, давай, куда их ставить? Да, раз, так, красное на... Так, блядь, раз, два... На 3 часа. Так, сейчас, подожди. Красное на 3 часа. 3, 5. Белое на 6 часов. Угу. О, все, я все автоматом поставила правильно. О, молодец. Смотрю, как батя плавает в жиже, и я такая старая, пиздец.
Бля, я тоже постарела, кстати. Я прям страшная. Да, я знаю, что я постарела. Так, что у меня тут есть еще? Так, я открыла какую-то штуку. У меня тут написаны 3 цифры и клавиши музыкальные с английскими буквами. Блять. Так, у меня тут диктофон. Так, скальпель я взяла. Походу, не то, что придется резать. А тут какие-то колбочки, что-то химическое. Я получила ачивку за то, что просто хуярила по клавишам. А где моя ачивка? Не понял. Ладно. Буква — это просто название нот? А! Что? Что это за нота такая А? А, ну, у меня тут есть какой-то магнитоф, блять, он громкий. У меня тут есть какое-то радио. Так, у тебя нужно вот на волну 91.4. 91.4. О, А, G, А, Б. Так, А, G, А, Б. Б. 72.0. 72.0. О, классическая музыка. А, нет, джазовая пошла. Так, C, D, E, G. 85.3. Какое-то кантри пошло. У тебя там то хардбас, то кантри. Так, E. О, бля, сейчас E. D, E, C. 110.2. 110 и... Б, А, Г, А. О, мне дали ключ. Зубной. Блядь, у меня там что-то чавкает. Блядь, у меня батя по потолку лазит! Батя не так. Батя! Папа, вылезай! Бати пиздец. Блин, у меня тут какие-то переключатели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Не знаю, что с ними делать. Так, смотри. Центр. Угу. Лево. Угу. Право, лево. Угу. Центр, центр. Мне открылся гигантский зуб. Да, так и должно быть. Так и было запланировано. И мне еще дали мел. Так, мел, значит, должна быть доска. Доска у меня есть. Блядь, что это? Шо, блядь, так, ну, батя? Во-первых, у меня... Нет, у меня тут куча символов. Блядь. Штук 20. Так, у меня тут, во-первых, код, который, где буквы и цифры 3. А, давай. X3. Угу. Z1. Угу. Y2. Когда я буду лежать в своем гробу, и мои глаза станут белыми, моя душа станет черной. Используй куб для связи с будущим. Принеси мне кость, плоть и кровь. Так. Наверное, я должна... Ну, у меня о, пчела, пчела, ебать, она ебанутая. Пчела? Да, у меня пчела вокруг куба летает, блядь. Куда она? Просто смотри, у меня тут рисунки из гроба, какой-то черный... Может, мне надо понять... Ща, у меня пчела что-то должна сделать. Бля, ебанутая пчела. Она маленькая, она тебе ничего не сделает. Знаю, я ей въебала. Чё там гроб, глаза, душа? Сейчас, мне нужно, чтобы было. Пчела куда-то приземлилась. А, окей, ладно. Я пока еще осмотрюсь. И кто мне там написывает? Блядь, видите, да я? Куда она полетела? У меня пчела съебалась. А. Слушай, пчела улетела на картину. На картину круглую, где ворон. Посмотри там.
А у меня нет картины. У тебя нет картин? Mm-mm. У тебя должно уже быть 4 картины, не? Не-не. Я вообще в другом месте теперь абсолютно. У меня медкабинет. Прочитай мне то сообщение еще раз, где кровь, кишки, что там было. Когда я буду лежать в своем гробу, мои глаза станут белыми, моя душа станет черной. Использую куб для связи с будущим. Принеси мне кость, плоть и кровь. А, смотри, гроб. Я нажимаю на гроб, ничего не происходит. Смотри, у тебя должны быть кнопки, где гроб, глаза, куб. У меня не кнопки, у меня рисунки. Хорошо, нажимай на гроб. Я нажимаю. Потом на глаза. Я нажимаю, у меня ничего не происходит. Может, их надо переставить? Блять. Может, блять, да, надо было мел взять. Все. Гроб. Гроб. Дальше глаза. Что? Глаза. Есть глаза. Душа. Блять. Ну, наверное, вот это. Куб. Угу. Так, куб. Будущее. Блять, а что будущее? Не знаю. Там нарисован футуристичный город, нет? Блять, нет. У меня тут 3 кристаллика, нож, ключ, солнце, свеча, луна, куриная ножка, книга, кость, маска, подарок, кровь, капля, часы. Ну смотри, тут есть кость, плоть и кровь. Это потом будет использовано. Может, будущее это часы? Наверное. Да, это были часы, да. Кость, плоть, кровь. Плоть, куриная ножка, да, это плоть? Ну, наверное, да. И кровь. И кровь. О, у меня молоток трясется. И у меня упал молоток. Ей! Шиш! Так. Что мне дальше делать? Куриная ножка — это будущее 100%, пишет Креснюкс. Блин, Креснюкс-то такой... Креснюкс, а ты играешь в Overwatch? Пойдешь с нами и с Кексиком? Блин, просто... я бы посмотрела на... Мне кажется, вы братья, да, вам надо больше времени проводить вдвоём. Так вроде брат Кексика же Кай. А, ой, блядь! Я перепутала Креснюкса с Каем. Не такая кринжуля. Но я не против еще одного сводного брата. Блядь, Чикарита, тебе не жирно столько братьев? Вообще нет. Так, а что делать дальше? У меня появился молоток. Надо им, наверное, что-то разъебать. А, надо зуб разъебать. Да. Давай. У меня... Так, надо запылесосить зуб. Я брат-близнец Чикариты. Ил. А ты ее брат-близнец, как в Манхве демон? О, бля, у меня куда-то зуб пополз. Хорошая так. Манга, принцесс. Так, кость. Ой. А, короче, из зубов получились кости. Мы, короче, батю собираем назад. Вот что. Ну да. Чикарит, в этом смысл этой игры. Так. О, у меня опять время поменялось. Ну давай. Ну вот эти, где стрелочки. Давай, говори, что где. А, так. Красная 9 часов. Ага. Белая 11. Ага. И черная на 3 часа. Да, я вижу, батя плавает. Угу. И у бати появились косточки. Да, да. Зачем мне воскрешать батю? Я вообще не понимаю. Может, мне лучше задуматься о своей жизни, типа. Мне. Так. Блять, опять мышь прибежала. Я нашла отвертку для гаек. Угу, я нашла ключ. А, так, стоп. 1. Бля, я сломала комп. Пиздец. И из-за компа получилось кофе. Ну это мы зальем в батика кровь, все логично. Блять. Кофе вместо крови. Так, ключ, наверное, сюда. Так, я нашла какие-то гаечки. Так. Какие-то... Нет, это не гаечки, как это называется. Сторона А, сторона Б, кубическое устройство, тайник.
Да мне надо сейчас искать тайник или что? Не, он у меня, типа, тут какие-то синие бумажки, и на них нарисованы схемы, и, типа, указаны, где тайники. Так. Смотри, сторона А. Короче, должно быть три квадрата сверху, и там какая-то бутылка. Ага, так, ухо. Так, да. Вот. О, нашла шестеренку. Какую? Где ты нашла? Наверху нашла, и слева нашла. Наверху, и слева нашла. Все, теперь... Сторона Б. Сторона, где снизу шестеренки, какой-то куб с проводом, провод из него идет, и сверху еще какой-то куб. Так, нашла. Нашла, да? Слева, да, была? Да, слева. Угу. Так, здесь все. Так, тут что? А все, по-моему, больше нет секретов. Так. Нажмите на кнопку вниз, когда человек из прошлого найдет три шестеренки в тайниках. Нашла. Нашла. Я их даже прокрутила. Так, у тебя есть каких-то три ползунка? Вертикальных. Сейчас я заберу. У меня тут кукла для жертвоприношения валяется. Наверное, с ней... Блять. Я нашла какой-то крюк. Так, три... Блять, какие нахуй три ползунка? Куда мне этот крюк? А, я поняла, куда крюк. Сейчас я ухо подцеплю. Блять, ухо. Так, нашла ползунки. Блять, опять пчела ебучая летает. Сука, ты меня заебала. Надо было брать бабочку. Она бы так нежно порхала. Такая, у-ля-ля, я бабочка. Нет, теперь блядская пчела летает вокруг. Сука, пошла нахуй отсюда. Так, потом с тобой разберусь. Да, что там с ползунками? А, смотри, у тебя они в каком положении стоят? Все наверху. Все наверху, так. А, самый левый ползунок. А, короче, предпоследний. Внизу? Ну, предпоследний, угу. Не самый нижний. Я поняла, так, дальше. Второй оставляй как есть на самом верху, а третий ставь посередине. Так, у меня стрелочки теперь. Так, а у меня что? У меня ничего не вышло. У меня 6 стрелочек. А, блядь. Говори, какие. Лево, вверх-вверх. Лево, вверх-вверх. Низ. Низ. Лево-вверх. Лево-вверх. Бля, у меня появились какие-то квадратики. Раз, ну... два, три, четыре, пять, шесть. 7 на 7 у меня квадрат появился. И какой-то код. Я... Опять где? И... Опять где вот этот три цифры? Три. Давай, года. Говори код. Y3. Угу. X1. Угу. Z2. Блять. Так, ну вот у меня тоже появилось 7 на 7 эта хуйня. Дай я предположу. Ты мне должна показать путь какой-то. Потому что у меня тут крючок слева. Ну, смотри, сверху. Путь для единички. Тебе надо... Подожди, подожди, где у тебя сейчас крючок? Самым... Вот слева, в самом верху. Так, 4 направо. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Четыре вниз. Раз. Нихуя. А, блядь, так, ты где сейчас? Где ты сейчас? В начало вернулась. Три вправо. Раз, два, три. Три вниз. Раз, два, три. Две вправо. Раз, два. Две вверх. Раз, два. Одну вправо, две вниз. Один. Раз, два. Ну, заработало. Так, идем дальше. Две наверх. Раз, два. Одну влево. Один. Две вниз. Раз, два. Две влево. Раз, два. Две вверх. Раз, два. Одну налево. Один. Пять вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Один наверх. Классно. Три вправо. Раз,
Нет. Плёсю заново. А где ты? Опять в углу наверху? Да. Окей, хорошо. Три вправо. Блять, раз, два, три. Одну вниз. Угу. Одну налево. Угу. Четыре вниз. Раз, два, три, четыре. Три вправо. Раз, два, три. Одну вниз. Ага. Одну вправо. Угу. Две наверх. Угу. Заработала. Две вниз. Раз, два. Одну налево, одну вверх. Так, левая вверх. Три влево. Раз, два, три. Одну вниз. Угу. Две влево. Раз, два. Четыре наверх. Раз, два, три, четыре. Одну вправо. Угу. Три вниз. Раз, два, три. О! Все. Блядь, ко мне спустилась какая-то ложка. Или что это? Да это же ты, Чигритусик, ты же моя ложечка. Ай, блядь, это ухо, а не ложка. Да, я тебе ухо отправила. Прыщавое? Да не, нормальное было ухо. У меня ухо с прыщом. Так, ладно, сейчас отрежу кусочек уха, походу. Так, ухо не режется. Фу, я, блядь, я отрезала прыщ. Ням-ням, делишь. Блядь. То есть это, плоть это не ухо, а прыщ, да? Все, хорошо, я тебя поняла. Ну да, все со смыслом. Так, что мне делать дальше с этим прыщом? Не знаю, можешь его съесть. Ням-ням-ням-ням-ням. У меня просто только недавно прыщ на ухе прошел. Бля, очень больно. Было. Так. Не знаю, ком больше не работает. Так. Так, я сварила кофе. Молодец. Так, кофейку. Что мне дальше делать? Так. Так, тут я где-то видео можно найти. Блять, батя, что ты в углу стоишь, смотришь на меня? Да, батя какой-то ёбнутый. Да, батя ёбнутый. Тебе пишут намазать ухо ретинолом. Бля, чем? Крем такой. А. Не знаю, у меня прыщ сам по себе прошел. Желаю всем такого, девочки. Я, блядь, мне страшно к бате спиной поворачиваться. Бля, у меня стакан, и, наверное, логично, что же его налить чем-то. Я подразумеваю водой. Но я кручу кран, у меня воды нет. Бля, тут еще какой-то ключ надо вставить. Так. Блядь, где налить воду? О, я убила пчелу. О, молодец. Нет, тут уже больше ничего не работает. Блять, что мне делать? У меня спички, стакан, прыщ и мел. Не знаю, у тебя нет для меня никаких ходов? А, не знаю, у меня ничего не мигает, ничего не горит. Но я сейчас положила прыщ в какую-то золотую чашечку. Так. И тут написано, не хватает тепла. Так. И что нам с этим делать, Чикарит? Я не знаю. Ты мне ничего не можешь сказать, да? Блин, можете... Походи по комнате, что тебе да надо? Да я не могу ходить по комнате, у меня коробка тупо, и все. Блять, что делать? Блять. Мне надо как-то воду налить. Она не наливается. Ну я тебе все, что у меня было, сказала. Так. Может, на часах какое-то новое время для меня есть? Нет?
Блин, давай быстрее, на меня батя смотрит. Я не знаю, что мне делать. Ну, я что-то подожгла. Молодец. Вот. Но это ничего не дало. Не молодец. Хе-хе, ну хе-хе. Блин, а может у тебя снова какой, ну, кубик 3 на 3 горит? Нет. Блин. Блядь, батя плавает. У меня больше ничего не горит вообще. Бля, может, что-то на доске? У тебя, может, нет какого-нибудь нового послания там, не знаю. Блядь. Может, опять все ноты? Блядь, может, я что-нибудь случайно... Ну, у меня капли... Может, мне пчелу реально достать? Да, подожди, дайте я сейчас попробую достать пчелу. Нет, я не могу даже нажать на там, где у меня пчела лежала. Бля, я сейчас в гайд пойду. Можно налить воду, написано просто открыть экран. Я открываю, я кручу кран, у меня вода... А! Да. Надо было просто покрутить кран 3 раза подряд. А, так. А, у меня все, у меня появились опять вот эти 3 цифры. Где X, Z, Y. Код новый. Говорить? Эля. А сейчас, подожди. Да, давай, говори. 3x. Угу. 2z. Угу. 1y. Так, сейчас. Добавьте жидкости в следующем порядке. Кислота, вода, горячий кофе. Так, кислота, вода, горячий кофе. Так, у меня прыщ превратился в прыщ побольше. Так. У меня новый код. Давай. 1y. Угу. 3x. Так. 2z. А, блять, какой формы у тебя плоть? Блять, овальная. Вода. Вода. Обычный кофе, не горячий. Обычный. И кислота. Горячая? Нет. Нет. Так, у меня прыщ остыл, теперь он побелел. 2Z. Новый код опять. Угу. 1x. Угу. И 3y. Так. У тебя там что, волосы, прыщи или гладко? Скорее всего, гладко. Хорошо. Горячая кислота. Так. Так, я так, горячая. Угу. Вода и кофе. Не горячие? Нет. Так, вода и кофе. Бля, прыщ превратился в хинкалину. Приятного аппетита. Со стороны звучит странно, у тебя там волосы прыщи или гладкие. Ой, так, 1y, опять новый код. 2x. 3z. Угу. Че у тебя там, глаз, зубы или нос? Блять, пункта хинкалина нету. Блять, ни на что не похоже. Ну, Чикарит, подумай еще раз. Ща, подожди. Ну, я голову повернула, вроде похоже на нос. Хорошо. Кислота, вода, горячая кислота. Так, горячая... Нет,
Первая кислота горячая. Обычная кислота. Обычная кислота. Потом вода и горячая вода кислота. И горячая кислота. Эдвард Кулин, спасибо за еще одну подарочную подписку. Для мистера Индиго. Достижение. Здорово. Мне дали достижение Франкенштейн. Класс. Так, и что, никакого кода нету для меня? Блять, у меня поползла какая-то хуйня. Блять, у меня тут же, батя, ты куда? Блять, у меня плоть ползет по всей комнате. Она сейчас, знаешь, такая, как желе. Знаю, у меня батя на потолок съебался. Так, плоть засосалась, окей. А, наверное, она сейчас перейдет к бате. Так. Да, все, батя оброс кожей. Все. И у меня опять новые стрелки. Давай, говори, куда. Так, красная на 10 часов. Угу. Белая на 2 часа. Угу. Так, черная на 5 часов. Что-то появилось? Ну, у меня батю задергало, и батя, короче, теперь кожаный. Бля, у меня мышь. Блять, что за звуки? Ко мне кто-то ломится. Все, теперь мы разбираемся с кровью. Блять, ко мне кто-то ломится. Чикарита, забей, нам надо резнуть батю. Блин! Ко мне твоя пчела прилетела. Чикарита, все нормально. Она не кусается. Иди нахуй, иди нахуй. Да, она огромная. Пипец. Так. Пчела приползла к бате. Прилетела, точнее. Бля, жесть, она огромная. Бля, Чикарит, все хорошо. Все хорошо. Так. Бля, съеби, пожалуйста. Ёбаная пчела. Так, пчела уронила шкаф и сожрала крысу. Ну, видишь, заебись. Спасибо большое, Бонечка, за донат. Крысе был ключ. Давай, засовывай его куда-нибудь. Блядь. В батю, например, там. Еще, ну да, куда же можно засунуть ключ у бати? В жопу. Нет, в жопу нельзя. Блять, ну тогда неинтересно. Еще... А, вот сюда можно, я думаю, да. Так, что здесь у нас? А, так, у меня тут какой-то пиджак. Так, вентиль. Так, я знаю, куда вентиль. А, и какой-то сундук с ключом. Написано «Авандербум». Так, я где-то видела место, где можно вкрутить вентиль, да. Вот сюда. Мне, короче, написали чуваки, которые мне карточки прислали с богинями. Угу. И у них еще есть карточки с мужиками. О-о-о. Там два вида. Короче, есть карточки с китайскими мужиками, но я тут один магистр дьявольского культа. Угу. И есть мужики из аниме просто. Там Канеки Кек, Ван Панчмен, Оверлорд. Блять, там что, есть карточка с Лелушем? Лелушем? Это с Эллом из «Тетради смерти»? Блять, ну пиздец. Блин, там есть мальчики из Белока? Вряд ли. Просто пиздец. Блин, жаль. О, ну, слушай, надо покупать и снова снимать. Надо покупать, да. Пиздец. Да. Пиздец. Так, у меня открылось какое-то устройство. Блядь, тут... Сейчас, подожди, донат. Уважает. Тот к ним не пристает. Того они не жалят, тому приносят... Чатик, вам вообще интересно? Реально, по факту, доширак. Спасибо тебе большое за донат. Спасибо. Чикарит, всё, мать, 250 человек на стриме. Погнали, давай, чё мне писать, чё мне вводить? Да у меня тут куча каких-то кнопочек с символами. А, смотри, ворона-пчела. Допустим. Олень-человек. Блять, я на что-то нажала, у меня что-то заработало. Блять, что делать? Песа, придет ли папа с хлебом или нет? Ну, сейчас мы папе кровь зальем. Так, Айсен,
А если я нажму сюда? Так. Так, стоп. Ты мне должна сказать какой-то символ. У меня их тут 8, Чикари. У меня тоже 8. Ну смотри, первая строчка у меня. Ворона-пчела, олень-человек. Нет, смотри, у меня перевернутый крест, кружочек с точкой, окно, С, Т, кружочек с крестом, еще одна палочка с точкой. Нет, у меня ничего такого нет, Чикарита. У меня ничего такого в наличии нет. Может, тебе надо какой-нибудь мне еще код сказать, нет? Так, пчела, говори мне, какой символ. В смысле, пчела второй. Блять, ну что второе? Какой знак? У меня пчела стоит в верхней строчке. Вторая Всё. Слева. Да я просто нажимаю, тут есть он, кнопочка, я ее нажимаю, и у меня тут маленький компьютер, и у меня появляются картинки. У меня тоже появилось окно, Чикарита, окно. Окно, какое? Там посередине полоска. Так, олень. Окно круглое, с крестиком. Окно круглое. Нет, неправильно. Блин, ну тогда я не знаю, что Чикарита. Может быть, пчела круглое окно. Блин, давай еще раз. Я нажимаю он. Все, погнали. Какой символ? Круглое окно. Круглое окно. Человечек. Так, нажала. Какой символ? Я не знаю! Давай еще раз. Так, вот какой, вот что тебе сейчас, какой символ? У меня сейчас все пусто. Я когда нажимаю так, он, у меня... Нажимай. Нажимаю. Что нажимать? Завитушка, буква С. Угу. Пчела у меня появилась. Так, хорошо. Быстрее, у меня тут таймер! А у меня больше ничего не появляется. А, крест внизу. Все, заново. Блять, понятно. Время. Хорошо, погнали. Раз, еще два, раз. Три. Два, три, все, давай. А окно квадратное. Блять, их тут два. Посередине, сверху вниз палка. Блять, еще раз. Понятно. Олень. Поздно, давай по новой. Олень. По новой! Готова? Олень! Я уже давно начала. Так, все, давай еще раз. Давай по новой, Чикарит. По новой. Раз, давай, два, три. Круглое окно. Давай. Круглое окно. Человек. Крест внизу. Дом. Так, окно с тремя секторами. Муха. Палочка, кружок слева. Ага. Олень. Блядь, буква Т. Угу. Птица. Палочка лежачая, сверху кружок справа. Блять, как долго. Глаз. Круглое окно. Шарик. Буква С. А сердечко. Все. Все. Да, у меня тоже все. Блять, у меня все полилось. Пизда рулю. У меня тоже все полилось. Так, и что делать? А, все. Так. Так, все, сейчас скачаем кровь нашего батю. Давай. Вкусная точка. Все. Батя появился. Все, так, опять время. Да, у меня опять стрелки. Опять иди к стрелкам. Иду, да, иду. Угу. Че, куда? Так, белая на 4 часа. Угу. Черная на 6 часов. Угу. Красная на 8. Угу. Батя весь в крови плавает теперь. О, у батя даже волосы выросли.
Ну да, у него тут волосы и шрам. Или что это, родимое пятно? Так, у меня замигал какой-то черный куб. Блядь. Я открыла какую-то позорную трубу, блядь. У меня появилась свечка. Короче, опять переходи, где 3 на 3 квадрат. Ага, так, да. Чё у меня мигает? Ну, типа, чё у меня должно мигать? Так, попробуй 1, 4, 6, 9. 6, 9. Нет. Так, блядь, батя заебал. Тогда попробуй 2, 3, 5. 7-8. Так. Сейчас 2, 3, 5, 7, 8. Тоже нет. Ну, я не знаю. У меня сейчас, короче, шахматные фигуры, я на них смотрю. Ну, давай еще раз. Первый вариант какой? 1, 4. 4. 6, 9. 5, 6, 9. Нет, значит, надо другие зажечь, которые. Ну, другие, да? Да, значит, 2, 3, 5. 2, 3, 5. 7-8. 6-7-8. Ну, блядь. Нет, 6 не надо было. 7-8 только. 2-3-5-7-8. 2-3-5-7-8. У меня ничего не происходит. Так, подожди. 2, 3, 5, подожди, 5. Подожди. Мне вот показывают эти квадратики, типа, смотреть на разные места. Вот, вот. Какие... Вот что у тебя сейчас? Ты где вообще находишься? Блядь, батя заебал. Ну, у меня какая-то машина, у меня слева какое-то устройство, куб, и на нем свечка. На этом кубе нарисован. Ну, горит свечка. А справа квадрат 3 на 3. Ну, я могу на него нажимать. Меня просто, смотри, показывай, что шахматы — это вот такое отделение. Такой код. Свечи — такой код. Ну, какой у свечей? Какой у свечей? Сейчас скажу. У свечей. Так, попробуй 3 и 8. Так, 3 и 8. На! Ну, все получилось. Все прекрасно. Теперь у меня появилась рука со статуей. Рука со статуей? Может, это ну, шахматы? Типа... Ну, рука держит шахмату, да, наверное. 1, 4, 6, 9. Так, у меня появились часы. Так, пошли на часы. У бати, кстати, из гроба кровь розовая, мы в Данганронпе. Так, часы. 1, 5, 9. Не спиздили, а позаимствовали. Так, чего еще раз? 1, 5, 9, где часы? 1, 5, 9. Так, у меня появилась розочка. Два, четыре, пять. Два, четыре, пять. Бля, у меня батю колбасит. Батя вообще флексит ебейше. Так, тебе... Тебе тоже видно? Не знаю, у меня просто все трясет в комнате. Блять, батя заебал! Батя в текстурку его... залез. Ой, его прям трясет, пиздец. Блять. Я разбила стекло. Нормально, молодец. Бля, я выпустила батю. Он у меня тут давно блядь, бегает. Куда ты пополз? Блять, он голый, теперь ползает. Он за хлебом ползает. Или за пивом? Да что у меня трясёт? Ебать, а когда ты успел одеться? Здравствуй. Все, батя бодрячком? Моя дочь, это ты. Кажется, прошло так много времени. А, ты вернула меня к жизни, но мы еще не закончили. Мы все заключены в кубы, которые мы создали. Нам нужно найти выход. Базару ноль, погнали. Посмотри мой карман. Смотрю. Опять иди, где три буквы, три цифры. Так, уже там. 3х. Угу. Y2. Угу. 1z. Ой, тьфу. 1z. Так, тут опять глаза, будущее, вот это все. А, сейчас, понятно, иду к доске. Угу. Когда я открою глаза... Так, глаза. В будущем... Ну, часы. Угу. На мне будет маска.
маска. Я покажу тебе камни. А, блять, камни. Вот эти, допустим. И только тогда мы сможем сбежать из кубов, в которых мы заключены. А, у меня упал ключик. Блять, батя... Что? У меня батя пропал. Блять! Кто это? Это... Короче, на меня какой-то глаз посмотрел. Блять, у меня еще одна пчела! Сука! Какие живучие пчелы. Так. А, привет, бать. Чем мне делать дальше? Так, у меня пчела приземлилась в отсек для пчелы, и теперь у меня все горит. А, так, маска, маска, маска. Так, я открыла сундук, и у меня тут три маски. Маска оленя, музыкальная маска и снежная маска. У меня тут три статуи. Обычный чел, чел-олень и чел, у которого маска на пол лица. Блин, может, мне надо маску на себя одеть? Нет. Он скриманул Чикарите в лицо и показал ей камни. Блять. Надеюсь, не в почках камни. Батя, иди, пожалуйста, ну прикройся хоть что ли, я не знаю. Дай мне маску. Так, батя говорит дать ему маску. Ну, на маску. Ой. Или так, там еще какая-то бумажка выпала. А, реально. У меня все стало снежным. Нет, это не бумажка, это просто выпало, типа... О! Так, иди опять на стрелки. Так. Я там. Пришла? Угу. А, красная на 11 часов. Угу. 1, 2, 3. Белая на 3 часа. Угу. А, черная на 7 часов. Ой, я тебя вижу. Ну и как я выгляжу? Батя очень криповый в маске сзади. Он теперь смотрит на меня, блядь! Я достала иглу Вуду. О, пойду кукле Вуду. Так, батя, блядь, батя, все хорошо. Все, мне больше тут с этой маской ничего делать не надо. Так, видать, ничего не надо. Так, я сняла с него маску. Так, я надела на него другую маску. И теперь у меня все покачивается. Короче, какой маске у тебя все белое становится? Снежной. А как она выглядит? Ну, белая маска. Чисто белая, да? Чисто белая. Окей. Я сейчас надела половинчатую маску. Угу. Она называется музыкальная. Так, ну давай дальше разбираться, блядь. Батя все ближе-ближе становится. Так, иди опять на магнитофон. Блядь, в твой на клавиши, радио. Да. Так, сейчас. Угу, давай, иди. Я там. Ты мне, наверное, должна опять сказать... Не, у меня ничего нет, у меня только клавиши. Так, ну зато у меня буковки. Угу. Говорить? Да. F, G, D, C. Так, мне дали золотой камень. Это в какую маску? В оленью? Не знаю. Ну, в какой маске у тебя в половине... точно, все, я поняла, это половинчатая. Так, что дальше? Да, половинчатая. Сейчас я надену на него маску оленя. Блядь, ко мне платье подходит! Блядь, а в маске оленя все в крови. Пиздец. Очень жуткая маска. Так, у меня опять три ползунка. Давай. Так, самый левый ползунок посередине. Угу. Второй ползунок самый низ. Угу. И третий самый верх. Ну? Так, я зажгла свои маски, они крутятся. Вылез золотой куб. Ага. Его схватил батя. Угу. И у меня дальше. Там 3 на 3 код. А, 3 на 3 ещё. Угу. Давай. 2, 7, 9. А, 2,
Раз, два, три, четыре, пять. Да, два, семь, девять. Так. Черный куб. Я взяла черный куб. Будущее в прошлом, будущее в прошлом, сказал батя. Выход дай есть. Дай мне куб. Прошлое в будущем, будущее в прошлом. К озеру, где наше место. Куб внутри куба. Отдай мне черный куб в будущем. К озеру, где место для нас обоих. Ну, у нас, да, у нас один и тот же текст. Если в прошлом найдены три камня и обнаружен золотой куб... Я нашла золотой куб, да. Посмотри внимательно на куб, который я держу. Держу, смотрю. А, блядь, вот, смотрю. Вам обоим нужно нажать и держать центр куба 10 секунд. Давай, на счет 3. Раз, давай, раз, два, три. Три. О. Блять, меня просто колбасит между разными версиями бати в кубах. Меня тоже. Бля, крепота какая-то. Меня сейчас вкачает. А я залипла. Блять, хватит, все, пожалуйста. Не надо, папа! Папа, остановись. Папа, я ты куда сам? Так. Ну, пчела. Угу. Вы добрались до конца. Как насчет вашего партнера? А, я добралась. Петля разорвана, пробел закрыт. На озере не существует времени. Будущее и прошлое смешиваются в одно. Вы второй человек, один и тот же! Жесть! Это что? Я... Чикарит, это я в будущем! Ребята, все. И теперь Чикарит, вы оба принадлежите один... озеру! Чикарит и тарелка один человек. Где ваша душа будет процветать. Мы превратились в дерево. Но с цветочками. Нет. Я дерево, а ты цветочки. Нет, я ебучая пчела. Не, ну там кто-то строил теорию, то, что мы с тобой один человек и тот же. Вот, а чё с батей? Батя живой. Мы его воскресили. Ну вот, а ты переживал, мы даже быстрее, чем за 2 часа прошли игру. Бля, реально? Да, за 1:40. Ебать, мы умные. А ты переживала. Блин, да, что-то я зря переживала. Дополнительный дизайнер. Джулия В. Попова. Попова? Попова. Попова. Прикольная игра. Не знаю, мне понравилось. Да, мне тоже понравился. Интересный экспириенс. Очень было с тобой прикольно общаться, подсказывать тебе. Нам осталось поиграть еще, знаешь, игру, где бомбу нужно обезвреживать. А что за игра? Не знаешь такую? Что-то там... Keep что-то там, Everything Explodes. Можем ее еще попробовать сыграть. Ну, прям сейчас даже. Она бесплатная, по-моему. Прям сейчас? Go в будущее? Ну, Чикарит, ой, тьфу, Чикарит, Кулин, то же самое смотреть. Блин, а что было бы, если бы мы выбрали бабочку? Не знаю, у нас полетала бабочка, а не пчела. А, спасибо вам обоим, что играли за паствизы. Надеемся, что вам понравился этот совместный опыт. Очень понравился. Вернитесь к кубам вновь, выбрав прошлое. Не забудьте выбрать режим бабочки, чтобы у головоломок были новые разгадки. А? Блять, ее можно, типа, еще раз пройти. И там, типа, все по-новому? Или что? Не, там тот же сюжет, просто другие головоломки. А. Бля, реально, го в бомбу пойдем поиграем? Ну, го, я только не знаю, куда чужать идти. Но я просто первый раз слышу про эту игру. Смотри, игра называется Keep Talking and Nobody Explodes. Она в Стиме? Она в Стиме, ну, короче, можно, чтобы она была только у одного человека. У меня она есть, а тебе нужен тогда только документ, где ты мне будешь говорить, как работает эта бомба.
Блять, а где взять этот документ? Блин, сейчас поищу. Сейчас я игру установлю. Чё, чатик, вам понравилась игра? Вам понравилось наше совместное взаимодействие? Так, сейчас, не, сейчас я тебе ВК кину руководство по обезвреживанию бомбы. Бля, давай. Погнали. Блять. Хорошее, да? Хорошее руководство? Нет, просто я вчера, типа, ну, писала своей подруге, типа, блин, я завтра стримлю с одной девушкой очень прикольной, типа, приходи. Я забыла ее позвать, она такая пишет, все, отмена. Я забыла написать. У меня неловко вышло. Так, сейчас зайду в ВК. Это совместная локальная игра для двух и больше игроков. Вы сапер, ваша цель обезвредить бомбу с помощью ваших друзей. Ваши друзья знатоки, которые помогут вам с помощью руководства по обезвреживанию бомб. Саперу запрещено смотреть руководство. Знатокам запрещено смотреть на экран. Попробуйте посадить сапера подальше, но так, чтобы знатоки его слышали. Так веселее. Руководство для обезвреживания бомбы находится здесь. Ну да, я его и скинула, чикарите. Так, сейчас посмотрю. Да. Так. Руководство, да. Проверочный код. Какой проверочный код руководства? 317, да? 317, да. Прежде чем начать играть, давайте быстренько разберемся с управлением. Возьмите будешь, бомбу. Записи я буду выкладывать, конечно. Может, тогда перезапустим, чтобы было, ну, два отдельных? Да похуй вообще. А, да? Ну ладно. Вообще. Так. Блять. А что это? Обезвреживание бомбы. Пример бомбы. Лицевая сторона, боковая сторона. Бля, а что тут такое большое? Что делать вообще? Ты тут теперь? Да, да, погнали. Давай. А что делать? Давай обезвредим нашу первую бомбу. Давай, у тебя открыто руководство? Открыто. Готовься его листать. Так. Уже давно. Так, Чикарита, у нас 5 минут обезвредить бомбу, и у меня ебучая темень. Блядь, так, что делать? Так, смотри, провода. Провода. Давай мы сначала разберемся с проводами. А, у меня есть страница о проводах. Так, что мне нужно тебе сказать насчет бомбы? Там серийный номер или сбоку что-то, чтобы эти какие-то провода перерезать? Давайте просто прочитаю, что мне тут написано, и все. Давай. А, о проводах. Провода, кровь, электрода. Модуль содержит от 3 до 6 проводов. Только один правильный провод необходимо перерезать для обезвреживания модуля. Нумерация проводов отсчитывается, начиная от верхнего. Три провода. Если нет красных проводов, режьте второй. У меня 6 проводов. Иначе... 6 проводов. Угу. 6 проводов. Если желтых проводов нет, и последняя цифра серийного номера нечетная... Нет, нет, есть желтый провод. Режьте... А, так. Иначе, если желтый провод всего и только один, а белых проводов больше, чем один... Нет, белый 4. Провод тоже только один. Иначе, если красных проводов нет, режьте последний. Нижний, да? Так, хорошо, перерезала. Так, теперь у меня кнопка. У меня желтая кнопка с надписью «Взорвать». Если кнопка желтая, задержите кнопку и смотрите пункт удержания кнопки. Так, и что там в пункте удержания кнопки? У меня тут всякие синяя полоска, белая, желтая. Так, удерживаю, у меня белая полоска. А, белая полоска. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна однёрке. Так, теперь у меня 4 символа. Кнопочки с четырьмя какими-то ебучими символами.
Так, о клавиатурах. Лишь один из столбцов ниже содержит все 4 символа с клавиатуры. Нажмите 4 клавиши в том порядке, в котором эти символы расположены в соответствующем столбце сверху вниз. Блять, чё? Блять. Короче, мои символы. Значит, давай. Вишня. Бля, подожди, вишня. Воздушный шарик. Вишню вижу. А у меня тут 2 воздушных шарика. Ну, он просто воздушный, без всего. Внизу полосочка, сверху круг. Блять. Ну, допустим. Так, у меня буква С, но только она отзеркалена и в центре точка. Бля, где это С? Ага. И у меня, короче, смотри, странная конструкция. То есть слева палочка, из нее направо идет еще палочка, перевернутый треугольник, и из него торчат 3 ноги. Что? Ищи, короче, где есть треугольник, из которого торчат 3 ноги внизу. Блять, что? Какой треугольник? А, все, нашла. Так, ну и че? В каком порядке мне их нажимать? Блять, нужно было запоминать порядок. Нет, ты мне скажи, в каком порядке мне их нажать. А ты можешь сказать символы еще раз? Треугольник с ногами, вишня, воздушный шарик, буква С наоборот, русская с точкой. Чикарита, у нас 1.5 минуты! Я знаю! Еще раз символы, говори, давай. Вишня, воздушный шар, буква С наоборот с точкой. И треугольник с ногами. Давай называть его жук. Жук, окей, жук. А, и... у меня просто тут раз, раз, два, три, четыре, пять. Квадрат 6×6. И, блядь, куча символов. Нет, у меня квадрат 2×2. Блядь, охуенно. Так. Ну вот у меня есть первый столбец. Первый столбец. И тут из всего есть только вишня и буква С. Так, и что из них первое мне жать? У меня, если ну, сверху вниз, то первый у меня здесь вишня. Так, это ошибка, не вишню надо жать! Блять, я не знаю, попробуй... Чикарита, там надо смотреть по столбикам! Стой, шарик. Так, дальше. Блин, а в этом же столбике смотреть или в следующем? Наверное, в этом же. Треугольник с 3 ногами, попробуй. Блять, нет. Блять. Вишни лес, все, мы взорвались. Что? Да не, просто мне донат прислали. Точка, наконец-то я спустя миллион лет могу задонатить лучшей женщине на свете. Если ты меня еще помнишь, что это я чудом выиграла у тебя. Бля, я просто не понимаю, что мне тут делать. Я обещала и отблагодарить донат. Ну ладно, шарик, мы угадали. Люблю тебя. А сейчас все по-новому. Ой, спасибо большое, дичалый человечек. Спасибо большое за донат. Рад тебя видеть. Да, Чикарит, по новой давай. А сейчас все будет абсолютно по-другому? Да. Или все то же самое? Блять. Так, Чикарита, новая бомба, у нас 5 минут. Ай. Так, давай с проводами, у меня 3 провода. Угу. Синий, белый, если красный. Так, если нет красных проводов, режьте второй. Так, у тебя красный есть, да? Синий, белый, красный, да. Иначе, если последний провод белый, режьте нет. Последний. Иначе, если синих проводов больше, чем один, нет. Иначе режьте последний. Так, хорошо. У меня синяя кнопка нажать. Так, синяя. Если кнопка синяя, а на кнопке написано прервать, нажать кнопку и смотрите пункт так. Какая полоска? Красная. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 1. Ну, чикарить символы, погнали! Давай. Короче, значит, буква Z, но ее нижняя часть какая-то ебаная закорючка. А, нашла такую. Угу. Кружочек, состоящий из... блять, из, короче, грустных улыбок.
скобочек вниз такие. Допустим, нашла такую. На жопу покош сиву. Короче, жопа, а сверху запятая под домиком. Какая жопа? Нужно жопу, когда вот похоже. На сердечко. Это вот, который... На сердечко перевернутое. Кружочек с улыбками? Нет, кружочек с улыбками, это следующее уже. Так, жопа похожа на сердечко. А! И наверху запятая. Это... Всё, это носик, все. И, короче, это греческая штука, в общем, перевернутая буква У, похожа на нее. И там еще черточка на верхнем хвостике. А, всё, вижу. Вот, вижу. Давай, чё жать. Короче, мне нужно найти столбец, где присутствуют все эти четыре символа. Больше. Давай, ищи. Ща. Бля, так. У нас 3 минуты. Раз. Так. Z. Блять, а вертикальные столбцы или горизонтальные, я не пойму. Вертикальные столбцы, вертикальные всегда. Вертикальные. Так, этот есть, этот есть. Блин, тут прикол в том, что вот этот... Чикарита, вот читай, блядь! Давай, что там? Блядь, что тут? Тут только в одном столбце перевернутая жопа есть, других ее нету, но тут... Она одна такая, тут больше, блядь, ну нету больше символов. У тебя там нету буквы Z? Тут только перевернутая жопа, тут нету ни Z, ни кружочка с грустными улыбками, ни греческой У. А, нет, греческая У есть. Лямбда это, лямбда. Ну смотри, есть уже лямбда. Кружочек у тебя есть? А, ну вот это жопа перевернутая или что? Так, смотри, у тебя есть жопа там перевернутая, у тебя есть вот эта лямбда, которая перевернутая У. У тебя и там все. Должен быть кружочек, состоящий из полукружочков. Я их называю улыбками. Нету, у меня все, блядь. Блядь, ну ищи, где есть кружочек. Я нашла, но тут тоже только 2 символа есть. Блядь, чикари, значит, смотри по горизонтальным, по горизонтальным смотри. Блядь. Блин, попробуй нажать сначала вот эту, ну... Жопу? Сердечко. Сердечко, да. Правильно. А лямбду вот эту. Неправильно! Блять, так. Так, так. Лямбда неправильно. Блять, лямбда неправильно. Минута. Попробуй. Z. Неправильно! Так, короче, вот это... кружочек. Вот что это... сейчас жать? Лямбду или Z? Да ты только что их жала! Я нажала жопу и кружочек, это правильно! Что теперь, лямбда или Z? Давай лямбду! Мы взорвались! Сука, как эти символы проходить, я не понимаю! Я проиграла 50 на 50. Новая бомбочка, Рит. Блин, давайте просто фотку пришлю. Нет, так нельзя! Давай разберемся с символами сначала. Смотри. Нормальная буква S с точкой. Like. S с точкой. Какой точкой? В центре. Не перевернутая. Не перевернутая. Так, S с точкой. Like. Угу. Потом буква Z с ушами. И от нее еще внизу отходит завитушка. Блять, Z с ушами. А, подожди, тройка с ушами, и от нее еще отходит завитушка. И буква R, буква R, русская, но перевернутая. У нее еще вот этот кружочек R закрашен. А, все, нашла. Так, что, в каком порядке жмать? Ой, так. Так. Сейчас все разберемся. Все, Майя, у нас 4 минуты. Мне главное понять. Бля, сейчас я буду 4 минуты разбираться. Раз, два, три, четыре. У меня есть 6 столбцов. Тут везде разные символы. Я не понимаю, в каком порядке. Нужно сначала первый столбец смотреть, потом второй или как? Тебе нужно найти вот только один столбец, где все эти символы есть. Либо столбец, либо строчку. Я так и не поняла. Нет, один из столбцов ниже содержит все 4 символа с клавиатуры. Ну, значит, ищи столбец, где все эти символы есть. В том порядке, в котором эти символы расположены сверху вниз. Ага, угу. Так. Сейчас, так.
S, like, Z и R. Так, S, R. Нет, блядь. S, like, Z, R. S, like, Z, R. S, like. Блин, а у этой Z, которая за корючкой, у нее есть две палочки сверху? Да, ушки. Так, значит, не другая. Так. Так, попробуй первую R. Неправильно! Блять! Она первая попалась. Блять, мне нужно понять, как это работает. Не понимаю. Попробуй лайк. Правильно. Блять, лайк правильно. Окей. Лайк правильно. Попробуй S. Правильно. Попробуй R. Правильно. О, отлично. Так, провода. Блять, у меня три провода. Давай. Синий, белый, черный. Так. Если нет красных проводов, режьте второй. Так, хорошо. Кнопка красная нажать. Так. Блять, красная, красная. Если кнопка красная, на кнопке написано... Держать, нажмите резко. Нажать, нажать. Блять. Если кнопка синяя, белая, если на бомбе больше двух элементов питания на корпусе бомбы, если на бомбе большая, больше одного элемента питания, написано взорвать. Если не подходит ни одной... На бомбе одна батарея, на бомбе одна батарея. Блять, сейчас. Больше одного элемента питания, я так понимаю? Наверное. А на кнопке написано «Взорвать»? Нет. Блять, а что написано? Нажать. Нажать. Короче, задержи кнопку и смотри... Задержи ее просто. Красный. Красный? Угу. А отпусти, когда любая цифра обратного таймера будет равна отметке. Еее! Победа! Победа! Это победа! Я поняла, как работают эти символы, ура! Блин, а у меня тут еще «Делай, как я» есть. Меня зовут Авас Авас. О памяти. Азбука Морзе. Ну что, погнали? Раздел начальный. Давай. Ой. Так, провода. У меня 5 проводов. Блин, можешь клавиатуру сразу. Она есть там. Давай. Значит, давай. Звездочка, воздушный да. Шарик, угу. Перевернутый знак вопроса. А, так. Угу. И, короче, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, клевер, наверное, такой. Там в центре квадрата. Вот, да. Угу. Цветочек такой? Да, да. Окей, так. По порядку, значит. Так, звезда, шар, вопрос, клевер. Так, звезда, шар, вопрос, клевер. Попробуй клевер. Правильно. Шар. Так. Звезда. Красотка. Так, давай провода. Пять проводов. Так, пять проводов. Если последний провод черный, да. И последняя цифра серийного номера нечетная... Так, блядь, последняя цифра серийного номера нечетная. Угу. Че резать? Четвертый. Так, хорошо. Теперь смотри, тут у меня табло с цифрами. У меня, типа, тут стоит единичка, внизу еще цифры 3, 2, 1, 4. И справа 5 полей, которые, видимо, будут заполняться. Ну, допустим, у меня тут есть раздел о памяти. Возможно, это он, так. Да. Угу. Так, нажмите правильную кнопку, чтобы перевести модуль в следующий этап. Завершите все этапы, чтобы обезвредить модуль. Нажмите неверной кнопкой модуль на первый этап. Чё жать-то? А у тебя что там? Какие единицы. У меня 3, 2, 1, 4. Ты хороший мальчик.
3, 2, 1, 4. Кстати, точка, возможно, это будет у тебя что на экране? Интересно. Один. Но все же, почему бы и нет, точка. Я чувствую себя последней тварью из-за первый, того, что да? Да. Человеку. Точка, если на экране один, нажмите кнопку продолжим на второй еще позиции. Еще одну донати. Так, хорошо. Теперь у меня на экране кнопка 3. Так, нажми кнопку на первой позиции. Так. Теперь у меня на экране опять 3. А, нажми кнопку на третьей позиции. Так. Теперь у меня на экране 2. А нажми кнопку на первой позиции. Сейчас вспотела. А теперь у меня опять 2 на экране. Нажми кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Блять, а что ты нажимала? Единичку, я записала. Молодец. Мы прошли! Да! Как быстро. И главное, что я поняла, как работают эти силы. Одичалый человечек. Ну, отказал и отказал. Ты ему ничего не обязана. Как бы он за тобой не ухаживал. Вообще забей. Спасибо тебе большое за донат. Погнали дальше. 6 модулей. Сколько всего? А, ну давай. Не, если тебе надоело, можем прекратить. Не, мне интересно вообще. Мне очень интересно. Блин. Я очень хочу. Так, давай провода. У меня несколько проводов. Провода. Так, 6 проводов. Так, если желтых проводов нет. Есть. Так. А иначе, если желтый провод всего и только один. Угу. А белых проводов больше. Да. Чем один. Да. Режьте четвертый. Так, теперь у меня 5 проводов. Нет, подожди, тоже 6 проводов. Один что, желтый. Заново? Не, у меня 2 типа с проводами отсека. А, окей. А если желтых проводов нет, у тебя есть? Если желтый провод всего и только один, а белых проводов больше. Белый чем провод один. Тоже один. То есть дальше переходить или как? Ну, короче, один желтый, один белый у меня. Что дальше там? Так. У тебя красные провода есть? Один. Так, режь четвертый. Так, теперь кнопки. Красная кнопка нажать. Блять, красная кнопка. А у тебя есть элементы питания? Наверное, один, да. Если на бомбе больше одного элемента питания, на кнопке написано взорвать. Так, ладно. Нет. Короче, просто удерживай кнопку. Красный. Любая цифра обратного таймера будет равна одному. Отпустить. Так, еще одна кнопка. Желтая прервать. Блять, желтая. Если кнопка желтая, за удержание. Если. Так. Если кнопка желтая, задержите кнопку. Задерживай. Красный. А, любая цифра обратного таймера будет равна одному. Отпустить. На обратной стороне 2 штуки с символами. Погнали. Блять. А, жук без палочки. Что? Ну помни, жук был, но он только теперь без палочки. Все. А, цветочек. В смысле без палки? Ну в прямом жук без палки. У него была палка? Да. Жук без палки, цветочек, омега латинская. Блять, а как омега латинская? Ну там, короче, кружок сверху, от него 2 лапки в разные стороны расходятся. Блять, сейчас, омега. А, все. И, короче, какая-то, блять, ебучая завитушка. Она похожа на букву Z, но такую округлую. Вообще хочу умереть свободно. Блять, что? Ну, она начинается. Не, она похожа на Z, но она такая округловая потом идет. И внизу хвостик. А, все, я поняла.
Блин, скажи, а вот этого жука треугольник, грань сверху или снизу? Угол внизу. Угол внизу, все, поняла. Так, жук, цветок, омега. Чикарита, быстрее, у нас еще одна такая же есть. Там их две. Давай, Чикарита! Ща. Попробуй Z. Верно. Цветок. Верно. Жук омега. Так, следующее. Жук с палкой. Тот же самый, только с палкой. Только с палкой слева. Жук с палкой, воздушный шар, лямбда и буква А с дополнительной полоской. Бля, что такое лямбда? У? Да. А, и что последнее? Буква А, но там типа под горизонтальной палочкой еще одна вертикальная. А, понял. Сейчас. Угу. Так, шарик А. Давай быстрее, 30 секунд. Нашла. Шарик. Так. А. Так. Лямбда и звук. Есть, мы прошли. Уф. Супер. Сколько еще там этих модулей? Так, 4 модуля сейчас у нас будет. Бля, я открою окно, очень жарко стало. Чикарита, ты готова? Да, я открыла окно. Мне хорошо. Блять, что это? Так, давай с символами разберемся. Давай, по старой схеме, давай. Тройка с закорючкой, которая уходит направо. Я поняла. Опять кружок с улыбками. Ага. Знак копирайта, где С в кружочке. Ну, С, 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 русская. А, всё, угу. И, завитушка такая, она, блядь. Даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, короче, справа ноль такой, и от него влево завитушка уходит. Она похожа на такую двойную запятую или чё? Блять, ну не скажу. Она скорее похожа на значок кислорода, СО. А, всё. Хоз-поросёнка, вот так она похожа. Вот, всё, хоз-поросёнка, поняла. Так, З завитушка, омега, С. Так. З да? Без. З, если что, без ушек. Только завитушка. З без ушек. Блять, копирайт, завитушка, Z. Копирайт, завитушка, Z. Так, все, сделали. Правильно? Провода, 6 проводов. А, 6. Желтые есть, желтые и красные провода. Так, если желтых проводов нет, есть желтый провод. И всего только один, а белых проводов. У тебя есть белые провода? Нет. Иначе, если красных проводов нет. Есть. Так, режь четвертый. Опять эта хуйня с цифрами, помнишь? Да. Угу. Так, чё, куда? У меня тройка. Тройка. Третья позиция. Опять тройка. Первая позиция. Двойка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Двойка. Вот сейчас двойка у тебя горит, да? Да. Первая позиция. Двойка. Кнопка с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Готово. Теперь у нас лабиринт. Блять, что? Какой лабиринт? Блять! Что мне делать? Так, у меня красный, если что, находится практически в левом верхнем углу. Только на одну ниже.
Блять, еще раз. Красная что, точка? Красная стрелочка, откуда мне начинать? Вторая слева... Короче, не самый левый верхний угол, а чуть ниже, да? Да. Так, и тебе нужно куда пройти? Мне нужно пройти третья строчка, вторая слева. Третья строчка, вторая слева. Ну, допустим, давай, наверх. А, блядь! Так, ну хорошо, наверх. Два вправо. У меня только один вправо! Блядь, что? Так, ну хорошо, предположим. Так, а дальше? Ты сейчас где? В самом верхнем углу, правом. Блядь, назад иди. На сколько? Да, два, на два назад. Так, ушла. Вниз один. Неправильно. Блядь, ладно, все, мы взорвались, похуй. Я не поняла, как работает лабиринт. Все, в пизду, мне надоел. Я ненавижу ебучие лабиринты. Да давай еще раз. Не, все, я не хочу, мне надоело, я устала. Тут еще и моды есть к этой игре, ты представляешь? Ебать, моды. Да. Вместе заморочились. Ой, блядь. Хорошая игра. Вообще заебись. Ой, ну что ж, чат, тогда на сегодня все. На сегодня мы заканчиваем. Большое спасибо, что посидели с нами. И посмотрели прохождение прекрасных игр. Большое спасибо Чикаратусику, которая подарила мне эту игру. Мы, кстати, проходили ее меньше часа, ее можно рефантнуть. Спасибо, Элечка, что позвала постримить эту игру. Да, пожалуйста, Чикаритусик. Было приятно с тобой поиграть. Надеюсь, чатику тоже понравилось все. Мне тоже было с тобой приятно поиграть. Да, тогда я с вами на данный момент прощаюсь. Может быть, вечером пойду в гачи играть. Вот, всех люблю, всем пока-пока. Пока, чат.